Я думаю, вы уже знаете, что наш выбор определяет исход. Если вам попался этот тест, значит, это не случайно. Просто сделайте свой выбор и узнайте ответ, который предназначен вам самой судьбой. Чтобы тест был более достоверным, меньше задумывайтесь над выбором. Перед вами 5 матрешек. Выберите одну из них. Матрешка номер один. Очень скоро вас ждут финансовые победы. Это случится от какого-то постороннего источника, о котором вы бы никогда и не подумали. Правда, эта победа разовая, как будто вам выпал шанс. А для постоянного хорошего финансового положения нужно много и упорно трудиться. Матрешка номер два. Деньги сами текут к вам рекой. Вы притягиваете их к себе как магнит. Вы скажете, что все это ерунда, но на самом деле понятие богатства тоже для всех разное. У вас оно случается по мелочам. Выиграли в лотерею, нашли на улице, дали лишнюю сдачу в магазине и тому подобное. Матрешка номер три. Порой вам кажется, что богатство обходит вас стороной, но это лишь временные трудности. Возможно, у вас есть кредиты или вы выплачиваете кому-то ежемесячно деньги. Но вы же их как-то выплачиваете, тем не менее, а еще и на жизнь остается. А все потому, что вы очень экономный человек и умеете грамотно накапливать и распределять деньги. Матрешка номер 4. Вы настоящий счастливчик, а если это даже и не так, то это лишь вопрос времени. Очень скоро вы сможете заработать много денег, и вы даже не заметите, как это случится. Матрешка номер 5. Вы большая транжира и очень любите тратить деньги. Разумный подход распределения денежных средств – это не для вас. Но пока вы не научитесь грамотно распределять финансы, то они будут у вас не прибавляться, а исчезать. А какую матрешку выбрали вы? Обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет интересно узнать. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. У меня на сегодня все. Пока-пока.